В начале европейской сессии на фоне комментариев премьер-министра Испании Мариано Рахоя о том, что страна пока не собирается обращаться в ЕС за финансовой помощью, пара достигла минимального уровня на отметке 1,2763. Однако здесь нисходящий импульс был утрачен, и пара развернулась на подъем, несмотря на достаточно слабые данные по деловой активности в секторе услуг региона. Особых причин для роста у валюты не наблюдалось. Источником волатильности оставались американские выборы и неопределенность перспектив, связанная с их результатами.